сферу как бы участия в социально-общественных и вообще значимых для нашего народа проектах. И данный дискуссионный клуб, на наш взгляд, позволит саккумулировать вот здесь вот одни из таких вот важных и передовых, что ли, идей, которые можно будет потом дальше развивать. Кроме того, мы рассчитываем, что дискуссионный клуб станет таким банком проектов, да. Во-первых, это, конечно, площадка, где будут обсуждаться различные мнения, где будут предлагаться различные идеи. Кроме того, это мы рассчитываем станет такой вот хорошей базой, где, вот как Ирина Юрьевна говорила, будет происходить обмен опытом и передача опыта старшего поколения младшему подрастающему поколению. И вот тут вот плавный этот переход и как бы взаимодействие молодежи и старшего поколения может дать результаты в виде проектов, которые будут аккумулироваться, собираться в течение года, лучшие проекты будут отобраны и, соответственно, внесены в смету финансирования на следующие годы и будут реализованы. С 1 ноября мы начали принимать заявки, анкеты необходимо заполнить всем тем, кто желает стать участником клуба. И уже за неделю, получается, мы приняли 28 заявок, 28 желающих уже есть. И в конце месяца мы будем анализировать эти заявки и выявим то направление, ту тему из перечисленных, которое является самой популярной среди тех, кто заполнили анкеты и хотят стать участниками нашего дискуссионного клуба. Пока самой популярной является тема защиты экологии и окружающей среды. 15 января мы закончим сбор заявок и будем анализировать их в течение недели. И после проведем собеседование со всеми потенциальными участниками. Мы хотим, чтобы участниками клуба были наиболее замотивированные представители разных социальных слоев. И первый проект, который мы хотим представить, и сегодня тоже руководитель проекта сделает короткую презентацию, это родительский клуб. Деятельность родительского клуба будет вестись в трех основных направлениях. Первое – это общение родителей. Мы хотим создать общество единомышленников, людей, которые будут ставить важные вопросы и находить пути решения этих вопросов. Второе направление – это повышение родительской компетентности. Современное время требует от нас, от всех граждан, но в первую очередь от родителей, постоянного развития, работы над собой. И в современном мире огромного количества информации иногда бывает сложно, особенно молодым родителям, сориентироваться и понять, какая информация актуальна и что на самом деле самое важное в, скажем так, воспитании своих детей. Поэтому мы предусматриваем формат встреч с специалистами различных направлений. Это будут психологи, педагоги, работники сферы образования, может быть, какие-то другие люди, к которым у нас будут вопросы. После того, как достаточное количество обсуждений по разным темам будет проведено, мы приступим к разработке проектов. Самые актуальные из проектов получат возможность реализоваться в рамках деятельности ВАК, а в дальнейшем, может быть, к этим проектам проявят интерес какие-то другие организации.